Всем привет, добро пожаловать на канал Сакуплы. Сегодня будем проходить Фрейю. В локации Таверня. Поехали. Не знаю, сейчас говорят, тут первый раз, поэтому посмотрим, как это будет. Будем полагаться на опыт других людей. Пойдем. Так. Ну, какая красота, ребят, смотрите. Так. Перекинул нас сюда. Ладно, идем по инерции. Рыцарь ордена... Член ордена рыцарей. Тут чё мнение? Бегом, бегом. Бежим, ребят. Блин, за ними хрен чего гонишься. Так, ледяной... Голем. Давайте голема сливаем туда. Все его бьют, значит, ну и будем. Стыдное чувство, конечно, но все же. Продолжим. Падай, родной мой, падай, падай, падай. Ножи бэками, давайте вот он, хорошо, сзади массажку сделать, вот он нервный какой-то. Так, один. Упал. Получил опыт. Продвигаемся дальше. Следующий голем. Следующий голем. Так, давай, иди ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне. Знаю, что у тебя резист к этому, но я тебя чисто перегреваю. Так. Рам-пам-пам-пам-пам-пам. Второй голем. Второй голем. Второй голем упал. Побежали дальше. Какая красота раньше была. Слушайте, до того, как все тут перемерзло. А вот Фрей бегает один. Фрей взял и забрал себе. Суровый мужик. Холодный рыцарь. Так, Эд, ты со льдом вдруг поаккуратнее, а то искупаешь всех нас. Вот еще очередной голем. Сколько ж вас, ребята? Он замораживает еще, да? Интересно. Просто мобы передергивает. 12 000. Мало? Мало, мало, мало. Не мало, мало тебя. Так. Давай. Иди. На силу давайте сделаем, потому что тут, в принципе, больше урон нужен, чем все остальное. Поэтому вот так. Сопротивляется, однако.
Сегодня хорошо прокачанный пинок надо иметь, чтобы было хорошо делать. Отражал-то? Так, продолжаем в том же духе. 4 голема исчезло из мира сего. Кто следующий? На. Вот так. И так будет с каждым, кто пойдет против системы. Освободили, животинки появились. То есть нам получается надо освобождать локацию, чтобы от холодного влияния. Так получается. Потому что ролик, скорее всего, пропустили, поэтому не видно. Это размножается. Поехали. Я сейчас зря вперед ДДшек полез. Давай. Давайте. Големы, кстати, сильные, однако, что сказать. По сколько? По 30 тысяч пробивают они хорошо. На! Собираю всех, продолжаем бить. Благо это обычные монстры, а не РБД. Да, это обычные монстры. Этому с ними проще работать. Давай. Сняли. Ну еще один двое. Сколько ж вас, ребят? Давай. Танк ленивый, он к себе подтянет. Ух-ух-ух. Поехали. Усилился чуть. Давай, ко мне. Ко мне еще раз. Ледяной гигант. Холодный ледяной голем. Так. Что ж, пошел следующий. Это какой по счету, честно говоря, что-то заговорился и сбился совсем. О, Икс и Соски плюс 20%. А еще один с Сосками. Блин, надо тоже Соски эти зафигачить, плюс 20% эффективность. Будет вообще превосходно. О, котятки появились.
внимательно смотрите окрестности. Давайте за лидером уже пойдем. Ну, стало потеплее, это замечательно. Вот оно, куда. Бежим сюда. Очередной голем, похоже, да? Еще там, похоже, один. Потому что, судя по тому, что... Судя по тому, что мобы, значит... А, да, вон он. Он еще один моб. Ребят, видео, кстати, выйдет достаточно скоро, но я видеоматериал весь не нашел, который можно... Я, конечно, могу воспользоваться старым. На видео рядом у нас, которое будет 90-95, у меня есть эти видео. Но они, как сказать... Ай. А, нет, не все у меня есть. Блеск пассию надо сделать. Пассия есть, блеску надо. Вот, ее чисто надо найти и все. Ой, лагерь тени заодно. Замечательно просто. Вот это сходил, так сходил. Поехали, давай, родной. Родной мой голем, падай, пока ты еще живой, а? Притворись мертвым, тебя даже не тронут больше. Правда, не знаю, сколько уже големов, потому что там еще где-то кто-то есть. Резист, ладно. Резист так резист. Ну еще больше. Ой, вот это красота дают с них. Смотрите, где-то по 500, грубо говоря, миллионов. 500 миллионов опыта, 2 миллиона СП. Какая прелесть. Глашатай зимы. Мистер Глашатай. Вы лишние, извините. Глашатай упал, да? Давай, 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 давай. Что ж, вот и глашатай падает, ребят. Ничего сложного в нем не оказалось. Обычный моб как моб. Падает, только он достаточно дольше остальных чуть-чуть совсем. Угу. Рецепт читай, делался материалы, блеск свиток. Только лидер, ну, лидер тут. Ну, ожидаем гнома. Сейчас будем, похоже, перемещаться в замок. Останется самая веселая часть. Самая веселая. Давай. Мы готовы. Отправляйте нас.
Снова в замок. Угу, ДС дали, поехали. Лидер. Гном, давай, открывай. Мистер Гном. Давайте говорим, что все выполнили. Что ж, наблюдаем. Наблюдаем за картиной. Что-то она огорчена сильно. Так, ты что, скотина, делаешь с ней? И... Ну, что делать? Что же делать дальше? Ай, сама Фрея. А чё у неё пол хп-то? Так, рабс пошёл. Вот она и Фрея сама пошла. Ничего с ней не случилось, типа. Страшного. Этому жить она будет совсем недолго. О-хо-хо. Так. Червь у кого-то, охренеть. Вот это весь. Упал. Как? Как он мог упасть, скажите мне? Вот именно как? Давай, квест. Вот, квест, значит, Фрея, вот этот. Согласиться. Что ж, получили опыт? Наши работники искренне благодарны. Что нам дали в награду? 6 миллиардов опыта, 15 миллионов опыта еще сверху. И 1,2 миллиарда. Ой, миллиона. АДН. Вот и все, ребят. Эту мы часть тоже выполнили. Спасибо, что смотрели. До следующих встреч. Пока-пока.